Всем привет! Обзор Samsung A50. Обзор будет очень краткий. Тут у нас помощник разговаривает. Ассистент. Как они запихали туда эту книжку? Тут инструкция, коробочка, руководство пользователя. В комплекте наушники, зарядное устройство, Type-C. Наушники у Samsung одни из самых лучших. Все, в коробочке больше ничего нету. Если покупаете телефон в интернет-магазине, обязательно проверяйте его email. Звоните в Samsung по номеру 8 800 55 и называйте email телефона. По e-mail скажут страну производителя, вернее, страну, для которой произведен телефон. Обязательно покупай в интернет-магазине, потому что часто обманывают под видом RST телефонов, продают Евротест. Соответственно, закупки Евротест намного дешевле, чем RST, и интернет-магазин на этом наваривается. А знают эту фишку, то, что надо звонить, проверять e-mail, немногие. Ну, там еще какая-то девочка молодая у нас, 100% можно ее на Е обмануть. Сам телефончик, к сожалению, не водонепроницаемый. Сзади такая керамическая, похоже, керамическая, но пластиковая крышечка. Тут у нас две камеры, по-моему, одна идет вспышка. Вот фотография, снятая на этот телефон, на 50. Как интересно, как у профессионального фотоаппарата идет фокусировка на переднем плане, задний план размытый. Последняя версия Андроида, все это поддерживается, обновляется. Камера неплохая, но если сравнивать, например, с Note 10, последний, даже с Note 8, то все-таки съемка в движении будет расплывчатый снимок. Вот если брать флагманский телефон, там такого нет уже, там четко идет, даже при движении. Тут у нас шторка, все как обычно, на последних андроидах, QR-сканер, точка доступа, яркость настраивается, поставлю максимальную. Экранчики они у всех классные, и A50, и A70, и ноуты, у всех они яркие. В последних моделях идет вот такая выступающая камера. Экран смотрится намного больше, чем раньше. Он скрадывался. Ну, в руке лежит так же, как и ноут. Сказал бы, нет никаких отличий. Отличия все в начинке, в быстроте работы, в том, как быстро будут открываться страницы. Ну, для своей цены качества это отличный вариант. Тут у нас Wi-Fi на скорости 150 мегабит. Так что открывает очень быстро. Ну, это такой Wi-Fi тут хороший. Ага, открывает. Яндекс.Музыка. Нифига не открывает. Так, попробуем ВК-музыка. Открывает. Значит, Яндекс.Музыка тупит. Ну, это Wi-Fi хороший. Очень прикольно, когда Samsung обновляется. Вот эти все необычно выглядят кнопочки по-разному каждый раз. Можно настраивать фоны, например, в SMS. Но это не новая функция, так в любом телефоне можно. Вот, например, SMS. Очень освежает телефон. Вот такой вот краткий обзорчик. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем пока.